Land Cruiser 300. Комплектация VX, черный. Хорошая комплектация. 20-е лихосплавы. Светодиодная оптика, LED-подсветочка. Полностью новый, беспробежный, 22-й год. Хром в ручках, хром на верхах. Бежевый салон. Деревянные вставки, коричневые. Черная кожа со строчкой, светлая, то есть комбинированная. Далее светлый салон, также дерево, пробег нулевой, функционал, функционал по дорожным событиям. Большая мультимедийная система, люк, пассажирская, все полностью новое. Двухзонный климат-контроль. 4-литровый мотор. Если нужна здесь информация. Электросиденье. Без дублирования здесь, без опоминания. Здесь все вручное. JBL музыка. Круг двухполосная. За вместительность я не могу показать багажное помещение. Это семиместное кресло. Очень просторно, в принципе. Двузонный климат, без экранчиков. Вот так вот. Все в пленочках. Полностью новый. Комплектация, напомню, у нас VX. Цвет черный металлик, у нас его перламутр называют, без каких-либо битых элементов, то есть все полностью красиво и аккуратно. Подсветочки в ногах, все в пленочках, все аккуратно, прище. Зеркала с повторителями, со всевозможными датчиками, подогрев зеркал, показания машин, предупреждения. Точно так же светлая бежевая кожа с строчкой, светлая бежевая торпеда кожаная, мультимедиа, интересный бардачок, двухрежимный с той стороны, подстаканничек, все круто. Такой вот красавец. Камера переднего вида. Ле ге ау, ле ге ау, джо джо чайе, шар лео апна.